Я начал с кладбища. Ну, в целом оно в нормальном состоянии. Но, конечно, огромное количество забытых, запущенных могил. Редко бывает, что кто-то за ними присматривал, но бывает. В верхней части кладбища выгорела трава. Ну, не знаю, кто-то поджигал или само догорело. Трава выгорела. Видны достаточно свежие могилы. Они в хорошем состоянии, что неудивительно, в общем-то. Но есть очень старые, на которых много-много лет никто не был. Пожалуйста, как называется этот город? Город Душанбе. Да вы что? А вы что, заблудились? Да я бы не узнал. Это Янки Базор. Меня зовут Шухрат. Я живу в Душанбе. Это бывших душанбейцев не бывает. Я думаю, кто, ну, бывших таджикстанцев в том числе, кто жил в Таджикистане и в Душанбе, они так и остаются вечно, наверное, душанбейцами и таджикстанцами. Я хочу сказать, что многие, которые люди моего поколения, и старшего, и молодого, помнят о вас и всегда ждут. Многие из нас здесь учились. Ну, видите сами. Театр, в общем-то, в очень приличном состоянии. Идут спектакли, в том числе и премьеры бывают. Что касается фонтанов, то их в Душанбе стало просто огромное количество. Ну, раз, наверное, 50 больше, чем было. У нас там сейчас вагончик есть, мы так и ездим. Но да ты что? Саня, ездим в Новый Гос, Буран, то есть... Буран, я понимаю. Нормально отдыхаем. А подъемники? Ну там как тросовые есть. Вот как что было, то осталось. Тросовые. Скажи что-нибудь ребятам, которые в Америке, в Германии, все наши увидят. Время будет, приезжайте в гости. Рады встретим, покажем кое-что. Много чего интересного. Очень много. Приезжайте. Многие учились в этой школе. Узнаете? Молодец.
Это бывшая филармония, теперь телекомпания «Сафина». Телевизионные новости, кстати, идут на трех языках. На таджикском, русском, английском. آنجا پر از جوانیست،
حالا که من جوانم دنیا پر از جوانیست هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست من رودی نو بهاران پورا بی برف و باران پورا بی چشم ساران پورا بی آبشاران من رودی نو بهاران پورا بی برف و باران پورا بی چشم ساران پورا بی آبشاران. Я пошутил, это, конечно, не традиционная еда. Но многое поменялось. Душанбе. Да, ребят. Очень. Такого винограда в Москве нет. Чего только нет, а вот такого винограда нету. Кушать. Класс. Спасибо. Передай пару слов ребятам, которые тебя столик видели. Да Стас, ладно, все остальные. И все остальные. Стас отдельно. Давайте, приезжайте. Спасибо. Лильке отдельно в Германию передаю. Германию отдельно, для заграничных товарищей. Ладно, всего хорошего. Спасибо. Жора кормит. Леня обеспечивает инфраструктуру, а я тут иногда что-то готовлю. Так что, если приезжаете, то сначала научитесь. Город обновился, продолжает обновляться. Строят очень много. Не совсем понятно, кто будет покупать квартиры в этих новых домах башнях. Стоимость квадратного метра с 800-1200 долларов. Дома строят практически исключительно китайцы. Вкалывать они умеют. Но отдыхать тоже умеют, кстати. Появились грузинские ресторанчики. Центральный рынок, так называемый зеленый базар, нормальное впечатление производит, чисто. Та для плова подходит, все. Придется с собой прихватить в Москву. В Москву, да. В Москву лазер надо взять. Ну там лазер есть, там девзера тоже есть, но здесь у вас получше, конечно, чем там. Овощей и фруктов битком, цены умеренные. Зелень стоит примерно 8 раз дешевле, чем в Москве, но мясо почти так же, как в Москве. Огромное количество лепешек, они отличаются по вкусу. Классический душанбинский завтрак. Нон, чой, каймак и творожок с курагой. Вкусно. Любимое, одно из любимых мест, это водопад на 53-м. Туда надо подниматься, поэтому там мало кто бывает. Естественная ванна там. Как залезешь, кайф. Обедали рядом, прямо около шоссе, небольшая лужка на шурпо, вкусно, достаточно чистенько все, достаточно недорого. Вот еще интересное здание, двойное такое, комплекс зданий даже. Это дворец называется Навруз. Находится на берегу Комсомольского озера. В
Большинство девушек, насколько я понял, носят хиджабы не по религиозным соображениям. Просто они им идут, и модно. Центральный парк. Сейчас называется парком Рудаки. Так выглядит усеченный конус, верхняя часть музея, и вот эта площадка с гербом, она ночью подсвечена. А здесь был главпочтам. Был, да сплыл. Остался мегафон. Ресторанчик в центре города очень популярен. Такого европейского типа. Достаточно вкусная еда. Думаешь? Ну и самая центровая молодежь, как всегда, тут. Места там были, свободные места бывают не всегда. Кстати, о курении. Девушки курят некоторые. А вообще в Душанбе курящих практически нет. Ни сигареты не курят, ни нос. Это здорово. А это новый ТЭЦ. Построили китайцы. Недалеко от Цинзавода. Когда проложили новые тоннели, дорогу, кстати, в Арзобское шоссе тоже перестроили китайцы, стало достаточно дешево возить уголь из открытых месторождений за Анзобом. Что и делают. Этот ТЭЦ работает. И работает здорово, в полном режиме. Это святое место. Еще одно. Сиома. Нигде и никогда, пожалуй, я не пил воду вкуснее, чем вода Сиама.
прошлогодний снег. Скорее всего, он дождется снега нового. Проголодались, остановились поесть. Землякам привет. Еще раз повтори, пожалуйста. Все землякам говорю, привет, как к нам приходят. Рамат. У нас нормально. Спасибо. Как раньше что было, сейчас такого нет, сейчас все уже. Отлично. Я приехал, другие тоже хотят. Да. Приедут. Обязательно приедут, шашлык покушают. Да, все, какой километр? 48 километр. Все народ, традиционный народ говорят, когда русские здесь были, здесь была лучше и как бы. 48 километр. 48, да? 48 километр. Все, шашлык только здесь кушают. 48 километр в Азовское ущелье. Рамат, спасибо. Да. Приедем. Шашлык, кстати, был великолепный. Естественно, баранина. Это ремонт шин. Вулканизация. Если кто не понял. Снова в город. Такие тут домики. Это резиденция руководителя государства. Загородная. Впечатляет. Что дальше? Дальше освоенная, застроенная, затоптанная, несчастная Арзовское ущелье. Домов очень много. Дома разные. Есть и симпатичные, есть и совсем никакие. Но их очень много. Если передать одним словом впечатление от всего этого, то это слово будет такое. Ужас. А в городе все нормально. Хиджабы девушки носят в основном. Потому что это модно и им идет. А я уже говорил, кстати. И снова зеленый базар. Его не обойдешь. Урожай винограда в этом году вообще уникальный. Это не огурец, это перец. Какой перец, огурец? Видите, какой интересный дизайн. Мы поехали поесть интересную новую модную еду. Куртоп. Это слоеная лепешка, фатир. Заливается кисломолочным курутом или джерготом или катиком. Туда кладется еще зелень, немножко масла. Это очень модная и популярная сейчас в Душанбе еда. И интересное кафе называется Ошхонай Нур. Вот это курутоп. Еще острый перчик там. Достаточно вкусно. Поэтому здесь часто бывают студенты. Это знаменитая Чохонай Рахат.
былое величие поблекло, но еще держится. Спасибо. Ну вот, на родной земле, да. Встретились там с друзьями. Чуть-чуть еды заказали, манту, все. Не-не-не, все. Немножко. Манту надо четко. Были сыты. Не-не-не. Я просто попробую. Одну помидору. Так, Сулейман? Я. О, у меня, видишь, какой. Я обожаю, что да. Вечером поехали в популярный ресторан. Всем таджикистанцам, которые здесь жили, знали меня, не знали меня, привет от последних магикан Кольцова Юрия.
шорохи, все здесь замело до утра. Пожалуйста, извините за ужасное качество звука. Я не смог это исправить. Еще одно место. Это жизнь. Это думба. Вот это слово называется с костным мозгом и с яйцами. Это у нас вот как душа меня, оши баяк, як баяк называется. Як один к одному. Один к одному, да. Як баяк. Як баяк. Это да. Кроме это того, прилагается к этому лимон, чеснок, перепелиные яйца, куриные яйца, курдюк бараны. Это или костный мозг. Понял, да. Вот перепелка, сама перепелка. Она варится, потом ее зажарим и плов подаем в полном месте. Значит, это старинный вариант считается, да? Да, старинный вариант. А с какого региона, с какого это района? Это ферганский, да? Это рецепт, чисто ферганский рецепт. Ферганский, да, рецепт, да. Ферганский. Рядом водичка. Это ужас. Ресторан в пригороде Душанбе. Колхозе «Россия». Что мне понравилось, салаты приносят на подносе, и вы выбираете, какие оставить. Момент истины. Плов готов. Много не надо. Две порции. Много. Нормально. Это мастер высочайшей квалификации. Мы заказали плов с двумя дополнениями. Перепелиное яйцо, костный мозг. Мне очень жаль, что мы расстались, конечно. Я думаю, что когда-нибудь сойдемся. Я тоже, как бы сказать, уже обрусевший узбек. Да? Жил среди русских, немцев, татаров. Сейчас очень я их вспоминаю. Хочу увидеть. Как вам сказать? Ностальгия берет. Берет ностальгия. Всем поэт? Привет, кто меня знает, кто меня увидит. Очень большой привет. Отлично. Все. Большое спасибо, обязательно приедем. Вот и все. Назад в Москву. Надеюсь, вам было интересно. Удачи. До встречи. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست حالا که من جوانم دنیا پر از جوانیست هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست